Всем привет, с вами Алекс, мы продолжаем играть в эту замечательную игру Terraria Rude. В общем, так, то что вот, вот этот большой пробел был, который я снимал чуть попозже. Последний ролик я закончил на том, что я остановился на джунглях, собрал споры, собрал всякую прочую маленькую ерундень, лозы, шмозы, джунгли, там семечки, крюк еще один нашли, вот. Надо будет это все как-то изучить и переконопатить. Так, подойдем к гиду. Спросим. Блин, что-то я уже пролезть даже не могу. Так, это куда я попал? А, все правильно, это гид. Так, положим жало. Посмотрим, что можно делать из жал. Джунгли. Так, меч 31 урона. Так, у нас 15 урона. И кирка 12 урона. То есть 15-12. Так, здесь 31 урона. Это бумеранг. Ну, типа бумеранга кольцо, короче, оно возвращается обратно. 28. Потом щиток 5 защиты. Топор 24 урона. Джунглевский бумеранг 34. Так, о, даже кирка есть. Из джунглей 12. Ну, как наша, в принципе. У нас с дополнительными статами 12, а тут она просто 12. То есть она мощнее. Так, ну, все равно делать ее не будем. Говорят, там лучше другую кирку сделать, которая по стандарту падает там с глазок тух, что я уже не помню. Ой, с червяка в зараженных землях. Выпадая, когда его убиваешь, выпадают всякие две штучки. Я уже не помню, я забыл, блин. Короче, две штучки конопатить можно и сделать нормальную кирку. Я сделал вот эту зеленую, но надо было сделать и стандартную. Так, и какую-то фигню. Так, а, это... Да, это похоже на вешать куда-нибудь. Если что, я... Мне сейчас кислорода просто не хватает немножко. Я могу заикаться и говорить заторможенно. Потому что я в больницу ходил, блин. Вот. Блин, ладно, чуть попозже, короче, по этому поводу, опять же. Так, лоза. Гид. Так. О, блин. Короче, можно сделать... Вот мы сейчас крюк улучшим стопудово. Вот первым делом улучшим крюк. Так, это штанишки, яйцо и херотень какая-то непонятная. Я на английском не шарю, что-то айтем, предмет какой-то. Это, наверное, тоже аксессуар. Наверное. Так, ну и споры положим сюда. Так, это все видели. Ну все, тут смотри, больше ничего. Колокольчики, то нафиг им колокольчики, они только для зельев нужны. Так, подходим, короче, вниз. Быстро-быстро, ищем крюк. Так, вот он, крюк. Для него нужно 12 спор, у нас их 63, 3 лозы, а тут вообще вин написано, вин это, что такое вин? Ладно, фиксим. Короче, лоза была написана в русском переводе, в русской версии. Запутался я немножко, у нас 6, тут 3 надо, короче, делаем. Кто не знает, чем отличается обычная лоза от этой лозы, то есть обычная я просто ее запустил и притянулся. Здесь я могу запустить, притянуться, запустить вторую и третью. И вот так между их менять между собой. То есть вверх-вниз. Вот я мушку вожу вверх-вниз. И это. Я еще клавишу нажимаю, чтобы можно было ползать. Ну и все, в принципе, вот так вот удобно на ней ползать, прикольно. Так, ладно. Что-то отвлекся немножко. Что еще тут можно делать? Можно сделать меч. Я думаю... Так, это very fast, это быстро, значит, он крутится. А этот... А, какой-то там скорость, короче. Короче, у него средняя скорость, или нет? Ой, блин, я вообще никак. Учите английский, народ, учите английский. Вообще, он поможет потом. Это меня в школе сначала учили французскому языку, потом немецкому, потом английскому, и в итоге ни одного языка я не знаю. Вообще шикарно. А когда начинаю что-то говорить или кто-то говорит, я языки между собой путаю. Хотя французский алфавит с английским похож, кстати. Немецкий-то, ой, там вообще жопа, немецкий, там мне не нравится выговаривать эти и слова ихних, швайни, шмайни. Говно-говном, короче, язык мне лично не нравится. Я расист немного, поэтому серьезно не придираться к этим словам, я понимаю, что говорю. Вот, у меня как бы недолюбие к некоторым людям есть. Ну, расизм, что не знаете, что за штука такая, что ли. Вот. Так. Ожерелье, короче. Ожерелье, колючки. Ага, колючки и... блин, жало. Так, давайте не будем делать ожерелье. Не хочу я делать ожерелье, я хочу сделать меч.
Нет, нет, кирку не хочу сделать, топор тоже не нужен. Меч, стой, 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 стой. Блин, меч дорогой. Давайте ничего не будем тратить, короче. Не хочу ничего тратить. Я буду экономный. Или, блин, сделать что-нибудь. Ладно, пофигу, давайте что-нибудь сделаем. Так, very fast, это 28 бьет штука. Так, 6, 15. Так, 6 есть, 15 есть, все делаем. Сделали это. Так, а чё... Блин, минус 6... Ладно, фиг с ним. Так, чё... Во, колечко. Вот так еще прикольно делать, когда вниз пуляете эту штуку, там такие звуки опупенные. Так, ну, это... Нить, что-то я нить. Совсем уже заикаюсь. Так, все нормально, надо положить семена. Блин, надо было все сложить с самого начала. Ну ладно, пока я буду складывать, объясню всю свою ситуацию, почему я не укладывал, не снимал эту террарию, короче. Причина была в том, что сейчас меня мучает военкомат. То есть мне сначала давали отсрочку на полгода, потом отсрочка закончилась, и сейчас я как бы прохожу комиссию, меня послали от военкомата. Сказали, Лёшка, тебя там то-то, то-то. Вот, на выявление причины нету времени, иди в поликлинику, проходи там эти все пункты свои. Вот, я, ладно, говно вопрос, пошел каждое утро с 8 до 4, около того. Я теперь в больнице нахожусь, каждый день, кроме воскресенья. Я вот ролики всегда снимал утром, постоянно, ежедневно. Ну, не ежедневно, нет, не ежедневно, а то кто-нибудь меня это подъебет, я его точно знаю. Не ежедневно, но утром. Ай, и тут все утро мне эта больница долбаная занимает. Просто все. Сегодня еще ходил на эту. Как это называется штука-то? УФМ, УГМ, ТРМ, ФНМ, блин, Трананай, трамвай. Я не знаю, как она называется. Я крюк выкинул, идиот. Сейчас я за крюком так обратно скину. Ну и вот, там в чем прикол-то? Берут трубку, втыкают в рот, прям. Прыскают сначала, чтобы это горло онемело, чтобы трубку, ну, трубку не чувствовать. Втыкают в рот и через камеру в этой, в этом шнуре смотрят твои внутренности, а там фонарик еще стоит и камера, еще воздух дует. То есть желудок внутри раздувают. Все это на экране видно. Врач это все смотрит, как это изнутри выглядит. И потом тебе говорит уже, блин, кошмар вообще. Такие сначала, я вот первый раз на такой ерунде был, поэтому... Ой, это кошмар просто, это ужас. Мне не понравилось вообще. Хоть я ничего не чувствовал, процедура там занимала не больше минуты. Просто лежишь, блин, это, мне все равно не понравилось. Там у тебя как будто, блин, не знаю, внутри кто-то там ползает. Это как... Ой, чуть стакан не разбил, опять чуть стакан не разбил. В фильме «Чужой», там всякие другие фильмы, когда там всякие монстрики изнутри вылазят. Тут тоже лежишь и кошмарики всякие разные вспоминаешь. Твой паукан там побежал. Вот и паникуешь, блин. Это кошмар. Я на чем только не был уже. Всякие УЗИ, кровь из пальца. Блин, врач вообще, иголка... Как можно иголкой продырявить палец так, чтобы остался синяк на пальце? Криворукая медсестра. Руки и жопы растут, блин. Обычно синяков не остается, просто точку сделали, она к вечеру уже, ну, более-менее. А тут на следующий день синяк на пальце. Офигеть. Ну, не сильный прям синячище такой, ну, такой синий оттенок. Ой, ой, один урон на меня всего лишь. Один урон наносят, офигеть. Это, наверное, из-за ледяной защиты. И вот из-за этой трубки, короче, еще у меня горло... Ой, кошмар, блин, кошмар. Горло до конца не онемело. Ой. Не отнемело, вот так вот. И мне трудно говорить. Еще после этой трубки... Весь желудок, блин, профигарили, и мне трудно дышать, еще сидеть. Ой, блин, просто трудно. Не тяжело, а трудно. Блин, я утонул. А, во, палочка есть, хоть вижу что-нибудь. А, вот еще. Спасибо всем тем, кто участвовал в конкурсе у нас в группе. Террарию мы все-таки разыграли. Все очень рады, только я вот, блин, не уточнил у неадекватного этого помощника. Он все-таки там вручал террарию. Вручил, нет, в итоге. Спасибо всем, кто участвовал. Данил Шуклин, я тебя поздравляю, то, что ты выиграл копию. Спасибо тоже за участие тебе. Остальные не расстраивайтесь. Вот как я вот там написал под роликом, когда игру-то разыграли, то, что, блин, расстраиваться
нету смысла, потому что мы будем разыгрывать еще игры. И так оно и есть. Мы сейчас, у нас в планах разыграть еще несколько игр. То есть первым делом сначала мы разыграем, ну, доту. У нас дот просто много у самих, мы просто ее так раздадим. Но не... Опа! Метеорит. Метеорит. Ну, короче, это все будет не просто так, а за участие в конкурсе. Конкурс будет немножко другой. То есть раньше надо было на своей стене записи ставить. В данный же момент в группе увидите на стене сообщение о конкурсе. То, что мы там доту раздаем еще. Ну, там будет видно ссылочка. И что нужно будет для участия, это нарисовать там, ой, не нарисовать, а построить дом свой, какой-нибудь индивидуальный. И самый лучший дом займет как бы первое место, там первые несколько мест получат доту. То есть просто мы вот так возьмем вам и доту вторую вручим. В руки, ну почти в руки вам вручим. Вот. Ну и все, в принципе. Сейчас я вторую серийку, я смотрю, по времени успеваю еще запилить. Запилю вторую серийку, начнем с метеорита. Ну все, всем спасибо, всем пока.